Коллеги, надо представить модератора Стронгина Роман Григорьевич, один из наших интеллектуальных лидеров нашей страны. Прекрасно зарекомендовал себя не только как ректор Нижегородского университета, но как активнейший боец на Занзибарских семинарах. Не помню ни одной сессии, где бы он оставил без внимания какое-либо выступление, которое не только ущемляло, а просто бросало тень на наше отечественное образование. И Владимир Владимирович, наверное, представляет нужно. Недавно заместитель министра образования и науки Российской Федерации, ректор Дальневосточного федерального университета, великолепно развивает вуз, авторитетнейший член профессионального сообщества, что не так часто для администратора. Ну, я надеюсь, что Сергей Владимирович сейчас расскажет про свои достижения, как он видит, что здесь происходит с Дальнего Востока. Андрей Павлович Климышев. Я вас уже знаю, извините. Я помню, что ректор вуза Ленинград. Калининградский, да, федеральный университет. Имени Дальнего Мамила Канта, достаточно хорошо известный в профессиональном сообществе. Я, Зернов Алексеевич, вы «Золотая точка» на образовательном пространстве, я представляю не государственный сектор и не государственный вуз, но мы вот здесь, ближайшие друзья, и Сергей Владимирович, и Роман Григорьевич, много лет вместе переживаем за отечественное образование. Я бы хотел буквально два слова, прежде всего, огромную благодарность Алексею Ренковичу. Практически он все подготовил для работы нашей секции и рассказал и подсказал темы, самые актуальные для обсуждения. И прекрасные условия работы. Я вот впервые в этом корпусе. Меня всегда поражает развитие МГУ. Не только, конечно же, смотрим за наукометрическими параметрами, за инновационным парком, но и какие шикарные учебные аудитории. Очень хорошо и приятно. Кстати, коллеги, поскольку так получилось, что у нас в вузе не государственные, но очень много людей из тех, как и МГУ, мы всегда внимательно следим за нашими лидерами. Вы, конечно, прекрасно все присутствующие помните отца Алексея Ремовича, у меня его физика, Черного, но кто